вечер, Ваше Преосвященство, честные отцы, достопочтимые гости, уважаемые учителя и учащиеся Русской Православной Школы, дорогие наши родители, братья и сестры. Сегодня торжественный день. Мы отмечаем 20-летие Русской Православной Школы. Наш торжественный праздничный вечер открыл камерный ансамбль «Благовесть» под руководством Ларисы Граджановой. Для вас прозвучала серенада для струнного оркестра, первая часть Петра Ильича Чайковского. В нашей школе есть прекрасные традиции, которые складывались годами. Это добрые дела, совершаемые каждый день. Это помощь и поддержка старших учеников и ребятам, которые впервые переступили порог нашей школы. Это и уважительное отношение друг к другу. И почитание родителей, и внимание на богослужениях. Но одна из них, я думаю, самое главное – начинать любое доброе дело с молитвы. С молитвы в каждом доме, в каждой семье. С молитвы, которая призывает всех нас, собравшихся в этом уютном зале, начать доброе дело. Православная школа носит имя небесного покровителя, преподобного чудотворца Серафима Саровского. Любовь и благодать батюшки Серафима касается каждого молящегося сердца. И нам через всю жизнь нужно пронести любовь к вере православной, как горящий огонь в лампадке перед иконой преподобного батюшки Серафима. Сегодня мы очень редко общаемся друг с другом. В наше неспокойное время все торопятся жить. И за всей этой суетой мы забываем главное – говорить и слушать друг друга. Давайте все вместе перелистаем школьные странички. Вместе с вами остановимся, задержимся на ступеньках крыльца нашей школы, помечтаем о будущем. Расскажем о настоящем, вспомним ее прошлое. А начнем мы словами преподобного батюшки Серафима Саровского. Здравствуй, радость моя! Христос воскресе! Радость моя, не исправляйся.
прозвучала песня «Саровская пустынь» в исполнении вокального ансамбля «За Святую Русь» Марии и Ксении Мазур. Партия фортепиано, выпускница Русской православной школы Арина Ефименко. А какая наша школа? Здесь много улыбающихся лиц. Значит, школа счастливая. Здесь всегда рады своим выпускникам. Значит, школа гостеприимная. Здесь готова помочь каждому ученику. Значит, наша школа добрая. В нашу школу бывшие ученики приводят своих детей. Значит, наша школа любимая. Вот такая она. Школа светлой радости. Пусть горят над всей планетой, от звезды до звезды, на закате и рассвете ваши светлые следы. Пройдут года, столетия нити утонут в синей бездне звезд, но слово теплое «учитель» всегда растрогает до слез. Всегда заставит вспомнить что-то родное, близкое тебе. В 20 веке и в 200-м учитель вечен на земле. Радость праздничного события с нами разделяет настоятель храма Рождества Христова, духовник Русской православной школы, протоиерей Александр Игнатов. Его руководством осуществляется не только образовательная работа в школе, но и духовно-нравственная работа в городе и крае. Своим примером он являет образец преданного служения своему делу, любви к людям и своему отечеству. Мы приглашаем на сцену председателя городской территориальной организации, профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Тамару Михайловну Хотнянскую. Участники этого замечательного первого нашего юбилея. Мы не праздновали 10 лет, а вот 20 решили отпраздновать. Подумали, что это уже настоящее совершеннолетие. И вот сегодня в этот праздник хотелось бы, вспоминая минувшие годы, сказать о главном результате. Что является главным результатом нашей православной школы? Это, во-первых, ее выпускники. Те, которые прикоснулись во время лет обучения в нашей школе к святому свету православной веры. И очень радостно слышать, что этот свет в душах многих наших выпускников не угасает, а только светит и освещает им и рядом с ними идущим. Но для меня лично особой радостью является то, что наши дети поют божественную литургию. Я не знаю, есть ли еще школа, наверняка где-то есть, но на Кубани такой школы больше нет. Когда все дети, я имею в виду наш хор, участвуют в литургии и ее поют от начала до конца. Я хочу поздравить сегодня всех учителей, которые учили в течение этого периода наших детей. Хочу поздравить всех тех, кто помогал существовать этой школе. Прежде всего, конечно, это и администрацию края, и Министерство образования, и наш город Краснодар в лице его руководителей. Всех тех, кто помогал и молился о том, чтобы у нас получалось. Хотелось бы поблагодарить сегодня учителей, которые много потрудились для того, чтобы наши дети прикоснулись к этому свету знаний, науки, искусства, творчества. Конечно, поздравить наших школьников, которых сегодня много собрались в этом зале. Я думаю, что им надолго запомнится этот замечательный юбилей. Хотелось бы привести вам слова из Священного Писания, где пророк Исаия говорит: «Надеющиеся на Господа укрепятся в силе». Вот мне хотелось бы в эти непростые времена желать всем вам надеяться на Господа и укрепляться в силе Духа и в силе веры. Эта вера никогда вас не подведет. Вот пусть эта вера всегда сопутствует вам в жизни. С праздником
Русская православная школа с 20-летним юбилеем. Мы хотим поручить сегодня самым, можно сказать, наиболее потрудившимся в нашей школе преподавателям, те, которые потрудились наиболее активно и наиболее долго, а это около 15 лет и больше. Мне сегодня задавали вопрос, а есть ли те учителя, которые были с первого дня? Нет, пока таких вот, чтобы с самого начала многие, кто переходил, за 20 лет многое менялось. Но вот те, которые работали уже более 15 лет, мне бы хотелось, чтобы наши помощники, наши воспитанники их пригласили. Мы отметили их дипломами отдела религиозного образования и памятными подарками нашего Союза профсоюзов. Благодарственным письмом отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской губанской епархии и Русской православной школы за многолетний труд награждается Людмила Герасимовна Мезлина. За многолетний труд благодарственным письмом награждается педагог Русской православной школы Сафонова Валентина Дмитриевна. Благодарственным письмом за многолетний труд награждается Ермаченко Лариса Ивановна. Благодарственным письмом награждается педагог Русской православной школы Тихоплав Марина Александровна. Благодарственным письмом награждается педагог Русской православной школы Колесник Валерий Николаев. Благодарственным письмом награждается заслуженный деятель искусств Кубани, руководитель хора Русской православной школы Иван Алексеевич Албанов. Мы приглашаем на сцену заместителя министра образования и молодежной политики Краснодарского края Елену Викторовну Воробьеву. Заместителя министра культуры Краснодарского края Александра Евгеньевича Никитина. Главы муниципального образования города Краснодара по социальным вопросам Татьяну Юрьевну Синюкину. Директор департамента образования администрации муниципального образования города Краснодара Некрасова Алексея Сергеевича. Уважаемые педагоги, родители, воспитанники, уважаемые руководители уникального, удивительного учреждения. Сегодня, конечно, торжество очень важное, потому что среди многих школ Кубани у нас есть уникальное образовательное учреждение. Это учреждение, в котором учатся наши дети. И, конечно, наверное, не случайно, что стоящий вместе с нами на сцене руководитель учреждения, его духовный наставник, имеет высокое звание Героя труда Кубани, потому что его огромная частица труда, как и вашего, уважаемые педагоги, в этой школе. Это школа купель, духовная купель. И, конечно, сегодня мы говорим о том, что это очень молодой возраст для любого образовательного учреждения, 20 лет.
И оглядываясь в прошлое, мы думаем, что сделано очень многое, но просто уверены, что многое еще впереди. Искренне желаем всем педагогам, родителям и ребятам уверенности, потому что школа дает вам не только знания, а школа дает, наверное, самое главное – веру, которая помогает жить, помогает становиться гражданами нашей великой страны. И поэтому я вручаю торжественно адрес от лица нашего министерства, министра, и, наверное, самую главную для нас всех книгу, объединяющую и детей, и взрослых, книгу, которая является сердцем всей нашей работы и образования. Добрый вечер, дорогие друзья. Разрешите мне от имени министра культуры Краснодарского края Виктории Юрьевны Лапиной, от всех работников министерства поздравить Русскую православную школу с 20-летием. Знаете, отец Александр, мое появление, я думаю, здесь не случайно. Вы подтвердите, что уже неоднократно на различных дискуссионных площадках мы встречались, мы обсуждали проблемы науки, образования, культуры, искусства, всех тех гуманитарных дисциплин, которые так или иначе способствуют духовно-нравственному и патриотическому воспитанию нашей молодежи. И в этом смысле, конечно же, Русская православная школа делает очень многое. Отец Александр сегодня сказал, что 20-летие – это уже такое совершеннолетие. Я, наверное, с ним соглашусь, скажу, что это уже некий опыт, это понимание, куда и как двигаться дальше. Позвольте вам пожелать всяческих успехов деткам, терпения, трудолюбия, педагогам и родителям крепкого здоровья. Храни вас Господь! Действительно замечательный день. Сегодня праздник, который позволяет нам вспомнить прошлое, сказать о тех результатах и тех достижениях, которые есть, и, наверное, задуматься над тем, что ждет нас впереди. Действительно, 20 лет в истории – это срок совершенно небольшой. Но когда мы говорим об образовании и становлении школы, это, наверное, самый важный и самый ответственный период. И нужно сказать о том, что это время Русская православная школа прошла очень достойно. Оно не было легким для всех вас, но благодаря этому преодолению школа приобретала свое достойное имя и такое важное и нужное звучание и значение, как для самого города Краснодара, так и для многих других, являясь примером того, что сколь немноготруден был путь, если идти вместе, его можно всегда очень достойно преодолеть и получить результат. Конечно, сегодня, в этот день 20-летия Русской православной школы, нужно сказать слова огромной признательности и благодарности всех тех, кто частицу своего труда, своей жизни, своей души отдал для того, чтобы сегодняшний праздник состоялся. Я хочу от имени нашего главы, председателя городской думы, поблагодарить всех за то, что это стало возможным, есть и уверена, еще многие-многие годы будет именно в нашем муниципалитете, в городе Краснодаре. Я хочу всем нам вместе пожелать терпения, удачи, понимания, но и, конечно, с нашей стороны это поддержки и веры в то, что все самые сложные времена позади, а впереди пусть и непростой, но интересный, увлекательный, очень результативный путь. Мы всегда все вместе делаем очень важную и нужную работу. Мы воспитываем будущее нашей страны, а значит, наше будущее. Я благодарю всех за то, что мы делаем это очень достойно, очень правильно и с таким вот чувством собственного отношения, причастности к этому великому делу. Всем здоровья, успехов и всего самого-самого доброго. Спасибо. Уважаемые педагоги, я, конечно, от всей души поздравляю вас с таким великолепным праздником,
здоровья вам, здоровья вашим близким. И вы не только даете такие чудесные знания вашим воспитанникам, самое главное, низкий поклон вам за то, что вы лечите детские души. Спасибо вам, здоровья всем, всем, всем. Ну, а я присоединяюсь к поздравлениям, хочу пожелать продолжения и укрепления наших связей в этом нелегком труде на благо образования наших детей и нашей Родины в сотрудничестве и соратничестве. С праздником! Получив такие приятные приветственные адреса и цветы, хочу положить в историческую копилку нашей школы маленькую, но очень значимую деталь. Впервые за всю историю советского и постсоветского периода Министерство образования и науки Краснодарского края дарит образовательному учреждению Библию. История, которая началась с русской православной школы. Еще раз благодарим всех вас с праздником, благодарим наших гостей, еще раз низкий поклон нашим учителям, нашим труженикам. И хотелось бы на дальнейшие пути передать всем вам благословение нашего митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, который просил передать всем вам мира, помощи Божьей во всех ваших добрых делах. С праздником! Отец Александр, разрешите вас поздравить с нашим общим праздником! За последние два десятилетия Россия переживает период возрождения. Церковь, власть и общественность объединяют свои усилия в деле сохранения и развития традиционных духовных ценностей в отечественной культуре. 20 лет назад в нашем городе Краснодаре, на родной Кубани, была открыта первая православная школа, в которой нам сегодня посчастливилось учиться. Нам очень отрадно, что в этом зале на нашем общем празднике присутствуют дорогие гости, которые неравнодушны к формированию у детей нравственных ориентиров духовного воспитания и не оставляющие нашу школу своим попечением. Новый отсчет времени, новая смена поколений. Кто знает, может, среди этих первоклассников растут завтрашние гении, ученые, семинаристы, наставники, духовники, которые своими знаниями позволяют человечеству достигнуть совершенств духовных истин. Веселый для детей и учителей отмечает наша школа свой прекрасный юбилей. Папа с мамой здесь учились, а теперь учусь и я. И учительница наша в вашей школьницей была. Это здорово, конечно, что преемственность пошла. Ведь подумать так, то значит, что мы круглая родня, много можем говорить о любимой школе. Она самая родная, кто же может спорить? Пусть хранят нас молитвы мамы, направляют советы отца. Пусть священство всегда будет рядом, вера будет крепче свинца. 20 лет – это только начало, 20 лет для школы не срок. Пожелаем сегодня все вместе добрых, радостных, светлых дорог! Школьная биография этого удивительного педагога насчитывает более 30 лет. Из них 5 лет она посвятила созданию школы светлой радости, нашей школьной семьи. Зажгла очаг, к которому тянутся люди, которые согревают и объединяют людские души. Она начинала, как и многие ее сверстники, с азов.
К своему профессионализму шла много лет. Она всегда в гуще событий, помнит обо всем и обо всех. Как-то ей сказали, что работать на износ нельзя. А она ответила: становлюсь от этого счастливой, а счастливые люди не чувствуют усталости. В работе черпают новые силы. Такова ее жизнь. И вы, конечно же, догадались, о ком идет речь. На сцену мы приглашаем директора Русской православной школы Ольгу Ивановну Мусаэлян. Уважаемые гости, добрый вечер. Я очень признательна вам, что вы нашли время прийти и разделить с нами нашу радость. Мы специально постарались приурочить наш юбилей, вот именно эти дни, дню чествования нашего небесного покровителя, преподобного Серафима Саровского. По его молитвам наша школа имеет очень много друзей. На самом деле школе помогают, ну, вот вслед за батюшкой я скажу, что помогает и Министерство образования, и администрация края, и администрация города, и департамент образования. Я сейчас не могу даже перечислить, кому бы мы ни обращались, всегда нам оказывают помощь и поддержку. Я благодарю всех, кто помогает и поддерживает нашу школу. Я благодарю всех, кто помог в организации этого чудесного праздника. Ну, а наших юбиляров я поздравляю с этим замечательным праздником, с этим замечательным днем. И хочу поблагодарить всех, кто на протяжении 20 лет трудился. Это и директора, которые вложили тоже свой вклад в становление школы. Это и педагоги, которые немало потрудились. Это и наши любимые ученики и выпускники, которые сегодня прославляют школу. Ну и, конечно, наши дорогие родители. А родители у нас особенные. Они оказывают нам огромную помощь. Мы с ними идем рука об руку в воспитании наших детей. И поэтому мне сейчас бы хотелось вручить благодарственные письма нашим родителям. Благодарственным письмом за большой вклад в развитие Русской православной школы награждается семья Мандрик Евгений Францевич и Галина Вячеславовна. Благодарственным письмом награждается семья Руд Михаил Юрьевич и Елена Борисовна. Благодарственным письмом за большой вклад в развитие Русской православной школы награждается семья Чеботарь Николай Сергеевич и Галина Ивановна. Благодарственным письмом награждается семья Машкиных Геннадий Алексеевич и Галина Ивановна. За большой вклад в развитие Русской православной школы награждается семья Решетник Олег Михайлович и Елена Вячеславовна. Юрьевна.
большой вклад в развитие Русской православной школы награждается семья Тихоновых Кирилл Юрьевич и Татьяна Александровна. Мы от всей души поздравляем вас с юбилеем нашей школы. Светлана Иосифовна Слюсарева, первый директор нашей школы. Этой женщине, по воле Божьей, выпало участвовать в открытии школы, заниматься поиском первых учителей и первых учеников. Было время, когда Светлана Иосифовна предоставила свою квартиру для класса, который остался без помещения, и ребята занимались у нее дома. Владимир Исаевич Мартынов возглавлял нашу школу с 2001 по 2002 год. На его плечи выпало много трудностей и испытаний, но с Божьей помощью и при поддержке настоятеля храма Рождества Христова Владимир Исаевич передал свой трудовой пост Галине Михайловне Сергеевой, которая руководила нашей школой в 2002 и 2003 году. Галина Михайловна считала, что в одном коллективе должны быть учителя представители разных поколений. И это правильно, ведь молодежь должна учиться хорошему старшего поколения, а старшее поколение, в свою очередь, получает заряд бодрости от молодых и энергичных людей. С 2004 по 2005 год руководство нашей школы приняла Антонина Георгиевна Сомова. Свой педагогический путь она начинала со светской школы, преподавала историю и обществознание. Галина Георгиевна – одна из первых педагогов, которая стала преподавать в светских школах основы православной культуры. Ее личный духовный интерес и привел впоследствии талантливого педагога в нашу школу. Антонина Георгиевна продолжила дело, начатое предыдущими директорами, а затем и возглавила нашу школу. Ангелина Николаевна Крахина начинала свою работу как завуч начальной школы. Благодаря своим прекрасным организаторским способностям могла решать более сложные задачи. По благословению духовника нашей школы с 2005 года Ангелина Николаевна становится директором школы. Все учителя в один голос об этом руководителе говорили как о заботливом человеке, с добрым сердцем и трепетным отношением к каждому ученику. Мы с большой радостью приглашаем на сцену Антонину Георгиевну Соболь.
прекрасного педагога, человека с большой буквы, который возглавлял нашу школу с 2004 по 2005 год. Здравствуйте, дорогие! Настоятель храма и учредитель школы отец Александр Игнатов, который 20 лет тому назад основал эту необычайную школу, первую в крае. Сколько прошло лет, и уже 20 лет, как существует эта школа. Это все-таки пятая часть столетия, и уже многие выпускники вышли из этой школы и получили разные специальности и на духовном поприще. Это и врачи, это и юристы. И понесли духовно-нравственные ценности в большую жизнь и те знания, которые они получили в этой школе. И сегодня было так радостно увидеть всех уже со своими детьми. Уже бегают они тут. Как мы все рады были видеть уже всех повзрослевших, вышедших в большую жизнь. Мне очень хочется от всего сердца пожелать отец Александр и весь коллектив, ученики, родители православной школы, первой в крае, сколько вот было семинаров, ездили, смотрели. Это первая школа, действительно. Дальнейшего процветания хочется пожелать. Хочется пожелать новых успехов и здоровья всем, крепости духовной, телесной на этом поприще. И чтобы все новые и новые ученики шли получать в этой школе прекрасное образование, духовно-нравственные ценности, наполнять себя ими, продолжать все традиции, начатые первыми учителями, завучами, директорами, родителями, учениками. И, конечно, может быть, пожелать стать и гимназией, как об этом мечтает всегда и отец Александр, учредитель этой школы и весь коллектив. Всем доброго здравия и духовного и телесного. С праздником вас! Дорогие братья и сестры, наше торжество проходит знаменательные события. Недавно мы отмечали наш престольный праздник – Рождество Христово, когда в мир пришел младенец Иисус. Ансамбль Христославы и община «Семья» участвовали в благотворительной акции «Дары Рождества». Ребята выезжали по жилым прихожанам храма и дарили им свет рождественской звезды. Ученики нашей школы занимаются в православном хоре под руководством профессионального учителя и наставника, регента семинарии, заслуженного деятеля искусств Кубани Ивана Алексеевича Албанова. Наш хор – постоянный участник многих мероприятий, организованных Екатеринодарской и Кубанской епархией. 10 января в Краснодарском академическом театре драмы имени Горького ребята вместе с камерным ансамблем «Благовесть» принимали участие в архиерейской рождественской елке. Дорогие братья и сестры, вас поздравляет православный хор и камерный ансамбль «Благовесть». В их исполнении прозвучит рождественская колыбельная, как напоминание о рождении младенца Христа. Thank you.
Распахнул надо мной из вечности добрый ангел два белых крыла. Я ему улыбнулась доверчиво и ладошку свою подала. Ты веди меня, Богом мне послан. Если можешь, от бед сохраняй. Ясным днем и порой самой позднею светом крыльев своих осеняй. Подскажи и направь в бесконечности череды испытаний меня. Улыбнулся мой ангел из вечности колокольцами тихо звеня. Обнял бережно крыльями сильными и пошел тихо рядом со мной. И придем мы дорогами пыльными, я и ангел божественный мой. Евангелие от Луки, глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой правление Квирения Сирии. И пошли все записывать, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарет в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обреченную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь!» Конечно же, и у нашей школы есть свои ангелы-хранители, которые всегда с радостью и заботой наблюдают за успехами наших учеников и учителей. Мы с большой благодарностью относимся к тем, кто закладывал и формировал традиции, чьи способности и профессионализм были направлены на обучение учащихся. Это преподаватели, которые многое сделали для сохранения и развития нашей школы. Эти педагоги сейчас присутствуют в этом зале. Уважаемые учителя, мы всегда помним о вас и благодарим вас за ваш легкий труд, который вы с неиссякаемой радостью отдаете своим ученикам. Примите от всего сердца эти аплодисменты зрительного зала. В нашей школе трудится целеустремленный и талантливый педагог, у которой всегда сияют глаза вдохновением. Главная черта ее характера – увлеченность, поиск, непроходящая молодость. Она не знала и не знает покоя сама, и всех ведет за собой. Это Валентина Дмитриевна Сафонова, женщина, которая в детском возрасте пронесла через свое сердце все ужасы Великой войны. Валентина Дмитриевна, примите слова благодарности и большой любви от всех присутствующих в этом зале. Для вас, Валентина Дмитриевна, и для всех присутствующих в этом зале звучат две прелюдии Александра Скрябина в исполнении педагога Русской православной школы Марии Анатольевны Кувычко. Thank you.
О деятельности учебного заведения в первую очередь судят по его выпускникам. Знания и навыки, полученные в школе, позволяют выпускникам стать специалистами, востребованными на производстве, успешными в жизни, сделать профессиональную карьеру и быть полезными обществу. Вам удалось занять свою нишу и сегодня достойно представлять выбранную стезю. У всех вас судьбы сложились по-разному, выбраны разные пути. Среди вас есть врачи, строители, руководящие работники, юристы, представители рабочих специальностей, предприниматели, спортсмены, работники правоохранительных органов. И каждый из вас человек с большой буквы. Вы часто возвращаетесь сюда, потому что именно здесь вы оставили частичку своего сердца. И мы рады, что многие из вас нашли свой путь в жизни. Продолжайте развивать и совершенствовать себя, свою душу, свой талант. Под аплодисменты зала мы приглашаем на сцену выпускников Русской православной школы. Слова благодарности в адрес наших учителей. 20 лет назад наша школа открыла двери для своих первых учеников. Для истории это, конечно, всего лишь мгновение, но для каждого из нас это целая жизнь. И не важно, сколько времени прошло с тех пор, потому что эти дни, проведенные в стенах школы, наше детство, наша юность, они остаются самыми дорогими, важными в нашей жизни. И наша школа всегда отличалась от всех остальных. Я училась не только здесь, но и в общеобразовательной школе, мне по опыту могу сказать. Она всегда отличалась своей особенностью. И нашими учителями, которые несли нам не только знания по физике, химии, русскому языку и другим предметам общеобразовательным, но и нравственность, духовность. Это и духовная поддержка нашего духовенства, нашего храма и нашего духовника отца Александра Настоятеля. Благодаря тем знаниям, которые я получила в школе и молитвенной поддержке, мне удалось получить золотую медаль и поступить в 3 университета. И выбрала я самый сложный, самый трудный, медицинский, потому что именно здесь мне реально получится реализовать те знания и те духовные принципы, которые я получила здесь, в школе. Это милосердие, доброта и помощь ближнему. Здесь, в стенах этой школы, мы с ребятами стали не просто друзьями. Со многими из них мы дружим до сих пор, дружим с семьями. Мы стали одной большой семьей. Отрадно быть на этом празднике, в действительности нас, наверное, вперед как соли мы вышли. Вот, наверное, отчасти мы меньше всего в этой школе провели, я всего 3 года последних, Оля последний год. Но нам есть чем сравнивать. Знаете, если большинство наших одноклассников практически всю уже взрослую жизнь провели в этой школе, то мы, перейдя из обычной, видели действительно эту семейную обстановку, эту заботу каждого преподавателя. Забота не столько о том, чтобы ты получил там нужную оценку и перевелся дальше, побыстрее выпустить как конвейер этого школьника, отправить в институт, получить какие-то, может быть, галочки успешности школы. Забота о душах, о мнении, о том, кем этот человек станет в будущем. В действительности и школьная программа, я сейчас до сих пор удивляюсь, школьная программа, которую нам давали, она всегда была на высоком, достойном уровне. Вот. И я понимаю, что даже те одноклассники, которые у меня были по обычной школе светской, они не имеют тех знаний, которых имел я по светским предметам. А по духовным предметам, наверное,
первые 2 года семинарии мне практически ничего и учить не приходилось. Вот. За это отдельная особая благодарность. Вот. И я имею, хотелось бы очень сильно поблагодарить отца Александра, поскольку он все-таки принял важную тоже ступень моей судьбе, моей жизни. Он писал мне рекомендацию на поступление в семинарии. Также вот на собрании духовенства епархиального он ходатайствовал перед митрополитом о моем рукоположении. Пачка, вам большое спасибо и низкий поклон. Было сказаны слова поздравления тех, кто пришел в школу заканчивать это среднее образование в 10-11 классах. Мне пришлось, и Господь сподобил, с 1 класса быть в стенах этой школы. Наблюдать строительство нашего храма, храма Рождества Христова. Из наших окон, из класса было видно, как поднимались стены храма, как поднимался купол, как все благоустраивалось. И это все отложило огромный отпечаток и на мою личную жизнь, на выбор дальнейшего жизненного пути. И зная наших выпускников нашей школы, я могу с уверенностью сказать, зная их жизнь, их поступки, что большинство наших выпускников – это достойные люди. И вот ради этих достойных людей стоит заниматься таким очень важным, очень серьезным делом, как становление, укрепление и развитие православных школ по территории всех наших субъектов федерации. Хотелось бы поздравить всех наших директоров, которые были у основания, которые в середине пути и в самом конце до сегодняшнего дня несут этот крест быть руководителем такой непростой школы. Хотелось бы поблагодарить тех педагогов, которые за небольшую зарплату, а в нынешнее время это очень многое значит, они все равно остаются в стенах нашей школы и продолжают то дело, которое начинали давным-давно. Хотелось поблагодарить и поздравить сегодня всех, кто собрался в этом зале, за то, что выбрали время, пришли на этот праздник и вместе с нами порадовались 20-летию Русской Православной Школы. Как жалко тех, кто стороной обходит храм с пометкой «Позже». Зачем мне? Я ведь молодой. Вот постарею, пойду тоже. И мудр тот, кто дорожит, и в храм стремится всей душою. На исповедь, кто так спешит, и кается пред иноем. Иметь возможность и не взять себя, обкрадывая сами, они готовы утопать в непокаянии с грехами. Но только не тащить нас сильно, примером личным дать понять, как вера в Господа всесильна способна душу окрылять. Нечистый удаляющая.
Бога желающие послушные радостные не спрессить. Радуйся, время порочная, и радуйся, песня блаженная. Света не неси от этой радости, все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою непрерывною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Сердце исполнение, покаяние самим тебе, душевно скорби победительница. Вседержавная царица всяким человеком на сомнение. Христа Бога Божия и веры православной сохранительница. Благая Богородица, не остави нас своей вечною и доброю молитвою. Шли годы, выходили в жизнь новые выпускники, стояли преподаватели, стояли в книге на дети, любимые нами до сих пор, менялись директора, вкладывая свой вклад. И только один неизменно оставался с нами настоятель, наш батюшка. И разрешите мне от маленького сердца матери передать этот букет великую благодарность, огромное почтение нашему настоятелю, отцу Александру. И низкий поклон. Жизни светлая дорога вьется лентой пред тобой. Помни, друг мой, сердцем Бога и люби его душой. Будь с почтением прямодушен перед каждым из людей. Будь родителям послушен, послушание пел детей. Не жалей делиться хлебом с каждым бедным, с сиротой. И покров царицы неба будет вечно над тобой. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даровал тебе. Это пятая заповедь Божья. В наше непростое время школа как никогда нуждается в мудрых, понимающих друзьях, наших любимых родителях. Без них было бы очень трудно выжить нашему школьному дому. К счастью, у нас есть такие учителя, есть такие родители, и мы никогда не испытываем дефицита в их добрых словах, моральной и финансовой поддержке. Мы приглашаем на сцену председателя родительского комитета Русской православной школы Кирилла Юрьевича Тихонова. Добрый вечер. Я от лица всех родителей хотел бы поблагодарить вас, отец Александр, за этот островок спасения в нашем океане. Хочу поблагодарить команду профессионалов, Ольгу Ивановну, Наталью Владимировну, Виктора Степановича. Это эффективные профессионалы, а самое главное, они безразличные к своему делу. Весь преподавательский состав. Всем вам огромная благодарность за ваш неоценимый вклад. Благодарю вас. Спасибо.
Дорогие братья и сестры, вас поздравляет кубанский казачий квартет «Кумовья», город Краснодар, руководитель Александр Сафонцев. Во-первых, огромное спасибо, что просто позвали нас на этот прекрасный праздник. Для нас это огромная честь и большая радость. Мы от всей души поздравляем всех с этим замечательным юбилеем. Ну и, как говорится, немного православного казачьего духа в этот праздник мы обязаны внести, поэтому вражья пуля! За ум, за подвиги святые, за голос звонкий, как ручей. Люблю, всем сердцем понимаю степей таинственную грусть. Люблю все то, что называют одним широким словом «Русь». Отзывается тот час. На ком стояли и будем стоять, и эту землю у нас не отнять. И как мои годы жуя слова, пока мы живы, Россия жива. Нет предела слабости и силе, не спешим коней мы запрягать, но
78 призовых мест в муниципальном туре, 23 в региональном туре и 7 призовых мест в суперфинале Олимпиады в городе Москва. 31 призовое место в многопрофильной заочной Олимпиаде «Аксиос». Дважды команда школы стала призером международной интеллектуальной игры «Зерно истины» в Крыму. В этом году ученица первого класса Ежа София стала призером международного конкурса «Красота Божьего мира». Церемония награждения призеров пройдет в Москве с 25 по 27 января 2016 года на 24-х международных рождественских чтениях. В 2015 году наших учеников за отличную учебу и победы в международных и всероссийских олимпиадах наградили поездкой в Международный детский центр «Артек». Это один из лучших учеников нашей школы. Ростислав Демченко, ученик 10 класса. Никита Радченко, ученик 7 класса. Анна Шапошникова и Стелла Мехтиева, ученицы 8 класса. Маргарита Тихоплак, ученица 9 класса. И Анастасия Гордякова, ученица 11 класса. Международный детский центр «Артек» богат своими традициями. В прошлом году «Артеку» исполнилось 90 лет. Эти годы стали для многих из присутствующих здесь гостей очень дорогими и памятными воспоминаниями. Сколько известных артековских песен старшее поколение исполняло под гитару, под шум вечерних волн и треск поленьев разгревшегося костра. Дорогие братья и сестры, примите музыкальный подарок от учащихся Русской православной школы. Нам летит самолет.
конца нашего семейного альбома, в котором мы поведали вам о нашей школьной семье. Так что же такое наш школьный дом? Школьный дом должен быть таким же, как и родительский, только с большими возможностями и выбором. В нем всем тепло и уютно. Здесь любят и уважают каждого, независимо от учебных успехов, только за то, что он человек. Школьный дом – это содружество детей и взрослых, учеников, учителей и родителей. Школьный дом – это мастерская духовного воспитания. Школьный дом – это поиск смысла жизни, поиск идеалов, добра, любви, правды и красоты. Школьный дом – это место, где учатся быть счастливыми, обретая знания, постигая законы природы и общества. Школьный дом – это смешение всех наших мечтаний. Я желаю школьному дому добрых, умных, талантливых детей, мудрых педагогов и понимающих родителей. С юбилеем тебя, родная школа! Я тебе
тысяч я, я, ты, он, она. Вместе целая страна, вместе дружная семья. В слове мы 100 тысяч я, я, ты, он, она. Вместе целая страна, вместе дружная семья. В слове мы 100 тысяч я, я, ты, он, она. Наша школа особенно, быть может, даже уникальная, потому что она православная. Наша школа единственная и необыкновенная, потому что она православная. Наша школа радостная и светлая, потому что она православная. Вот такая она. Школа светлой радости. Наш концерт завершается, но мы бы хотели, чтобы вы сегодня унесли с собой частичку нашей школьной жизни. Чтобы путь света и добра светил вашим семьям многие годы. Родителям, учителям и всем ученикам хотим пожелать, чтобы каждый из вас дорожил традициями нашей школы. Даже когда мы идем со школьного двора, давайте не будем забывать о любви к Богу. И мы искренне верим, что если мы будем беречь все то, чему нас здесь учат, любить и хранить свою веру, то она сохранит всех нас. Русь святая, храни веру православную! Thank you.
братья и сестры! Спасибо вам, что пришли на наш праздник «Путь света и добра», посвященный 20-летию нашей школы. Всего вам самого доброго, здоровья, Божьей помощи и покрова Пресвятой Богородицы.